По жизни я сторонник проактивных действий. То есть мне ближе позиция, что я могу сделать. И тем не менее, сегодня я расскажу о нескольких ярких аргументах о деятельности ассоциации СИС. Ну, очевидно, что если вы не формируете правила и принимаете в этом участие, то их сформируют за вас, и вы будете работать по тем правилам, которые созданы кем-то. Поэтому наши эксперты в рамках 11 рабочих групп разрабатывают, создают и анализируют тысячи документов. Так, например, это внесение изменений в трудовой кодекс, технический регламент таможенного союза, это создание новых ГОСТов, корректировка действующих, уже имеющихся, и прочее. И все они создаются непосредственно с участием именно наших экспертов и именно их руками. Мы принимаем активное участие в разработке и в внедрении правил, механизмов по маркировке, в работе рабочих групп регуляторной гильотины по охране труда, по промышленной безопасности. Ежегодно ассоциация СИС совместно с правительством, Минтрудом, Минпромторгом, РСПП, Торгово-промышленной палатой, Европейской Федерации Безопасности проводит и организует крупнейшую выставку БИОТ. Помимо выставки БИОТ мы являемся организаторами десяток конференций, круглых столов, семинаров, выставок. И все эти мероприятия проходят и организуются для членских организаций либо бесплатно, либо предоставляются существенные преференции. Многие из вас знают, что именно ассоциация СИС на протяжении последних 20 лет является традиционно организатором и представляет Россию на крупнейшей выставке А+А в Дюссельдорфе. Вот на нашем коллективном стенде принимают участие именно членские организации ассоциации СИС. Мы традиционно работаем в очень плотной связке, являемся организаторами нормативных документов для крупнейших работодателей нашей страны, но и также они являются крупнейшими потребителями средств индивидуальной защиты. Постоянное консультирование наших членских организаций в области сертификации и предоставления преференций при проведении работы в области сертификации в добровольной системе СИС-Сертика. Членские организации ассоциации СИС не только любят и умеют работать, но еще и хорошо отдыхают. Так, на протяжении уже более 10 лет мы проводим традиционный туристический слет, в рамках которого команды из разных городов активно соревнуются, общаются друг с другом и делятся опытом. Мы за жизнь. Мы хотим, чтобы по итогам своей трудовой деятельности люди в преклонном возрасте были в хорошем ресурсном состоянии и имели возможность наслаждаться плодами своего труда. Наша работа в ассоциации СИС – это и есть сама жизнь. Именно поэтому наш девиз – труд, защита, безопасность. Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сделаем мир безопаснее.